Полиция назвала самые криминогенные станции линии московского метро. Информация особенно важна сейчас, когда накануне новогодних праздников активизируются криминальные элементы. Но самая опасная станция находится рядом с вокзалами. Одна из них – это Савеловская. Рядом крупный радиорынок, где скупают, собственно, краденое. Опасными также считаются перегоны, парк культуры Таганская, это кольцевая линия, далее перегон Савеловская-Чеховская, это серая ветка. Аккуратнее надо быть. На участке также театральная Павелецкая, на зеленой и на оранжевой, от Третьяковской до Новых Черемушек. Ну а самый распространенный вид преступления в нашем метро – это карманные кражи. И за этот год в полицию обратились 683 жертвы карманников. Конечно, на самом деле жертв гораздо больше, ведь не всегда жертвы обращаются в полицию.